Комбинация для ягодичных на блоке. Это будет у нас мах ногой и кик назад. Очень часто делают ошибки, сильно прогибается в пояснице. Особенно, если у вас проблема с поясницей, у вас сразу же заклинит поясницу. Не делайте этого. Потом вы жалуетесь, что у вас не работают ягодичные, а работает поясница. Поэтому прогибаемся чуть-чуть обратно, то есть расслабляем поясничку. И теперь работаем только ножкой, только назад нога. Идет и ягодичную зажимаем. Вторая проблема, вторая ошибка, которую делают, начинают просто махать ногой без понятия, где и что должно работать. То есть четко стараемся выполнять. Зажали. Хорошо. Зажали. Хорошо. Работаем. Вот. Ножка практически прямая. Можно немножко согнуть в колени. Главное, чтобы вы чувствовали именно ягодичную. И второй частью комбинации кик назад. Также очень часто не выталкивают полностью ножку, не зажимают ягодичную наверху, поэтому не чувствуют максимально. То есть стараемся представить, что вы кто-то стоит сзади, вы хотите полностью вытолкнуть пяточкой и зажать ягодичную. Вот так хорошо. И в этом случае хорошо именно работает ягодичная. Опять же, чувствуете, должны чувствовать именно ягодичную, не поясницу. Если вы чувствуете больше прогиб в пояснице, расслабиться и отпустить. Хорошо.